Смотри, какая у меня игрушка. Ого, Леся, это что за наряд такой? Смотри, какая игрушка. Ма, смотри, какая у меня игрушка. Это сиреноголовый. Самое главное, смотри, у меня какой хаги-ваги. Ну-ка, покажи. Нифига себе. А ты что такая модная? Подарил. А? Ну вот. Пойдем. Артем подарил. Хаги-ваги. Как вас зовут? Хаги-ваги. Я не говорил тебе электрический, я сказал велосипед. А какой? Обычный сейчас возьмем. Обычный. Ах ты. Сейчас прокатит. Олеся, рада видеть тебя. Я тоже очень рада, соскучилась по всем. Расскажи, как работа, как, что там у тебя? Ой, работа хорошо, справляюсь, самое главное. Самое главное? Да, самое главное. Ну, мне понравилось. Понравилось? Угу, хорошая работа, Леша. То есть там остаешься? Там и остаюсь. Так, ну, сегодня тебе выходные? Нормально, да, сегодня выходные, завтра уже опять на работу. Что-то пойдем с Пашкой погуляем. Велосипеды, мороженое. Да? Велосипед морозно, Пашка? Ну все, он теперь с ним спит. Да? Сходи, води. Иринка, тетигра, ушла с Фабианом гулять. Ага. С Сербернаром. И уже который день нету дома. Да. Но там в инстаграме выставили фотографии. Все, хаги-ваги. Хаги-ваги. А он видишь, у мамы глазик капец. Киска моя. Сдала. Не трогал? Нет. А я почему-то думала, что вот этот последний подъезд. Нет, я же тебе сказала, что стой. Люди. Нравится? Да. Мама мне ни разу не покупала. Ну, он денег стоит, Паш. У мамы возможности нет. Пока. Сейчас, да, Лесь? Да. Сейчас заработаю. Сейчас заработаю. И велик тебе куплю, я уже присмотрела. Олесь, ну передай хоть всем привет. Рукой поможешь. Всем привет. Спасибо. Неужели это было со мной? Это была не я. Не ты? Нет. $500 полчаса? Да. Полушка, ну и да, выбирать велосипед. Какой тебе нравится? Черный? Или вот такой. Давай черный. Зачем тебе розовый? Розовый для девочек. Я-то кататься не умею. Надо вот залог поставить, удостоверение. Удостоверение? Хаги-ваги своего. А то как ты будешь рулить-то? А то как рулить-то будешь? Давай его назад лучше. Как? Ну, назад, чтобы он сзади у тебя болтался. Так, во. 15-40. Ага. А то он тебе мешать будет. Да? Да, черный. Давай. Газуй, газуй! Тяжело или что? Тяжело крутить, да? Как он умеет ездить? Кто да. учил его? Егор, сосед, и Руслан. А-а-а. Друзья его. Куда он погнал-то? Он сейчас до конца уедет. Чтобы на спуск. Сына! Он не слышит тебя уже? А, научился. Жарко. А я не могу. Расскажи, Олесь, о своих планах на будущее, что ли, чуть-чуть, хоть люди будут знать. Ну, планы на будущее буду держаться за работу, главное здоровье, чтобы не заболеть, не болеть. И самое главное. Да, надо что-то приобретать в дом. За зиму хочу этот материал строительный взять, Леша, ага. И потом уже весной ремонтик сделать. Ремонтик? Ну. Надо будет приехать как-нибудь к тебе. Ну, сейчас они переедут, Леш, потом приедете, ну, еще со мной там. Вот. Ладно, то мы тоже планируем в субботу Павлика подстричь чуть-чуть, там на защите будем, кстати.
мы тогда к ней ходили, помнишь, Регина была девочка? Да, да, да. Вот к ней пойдем. Она сама отписалась, говорит. Ага, нормально. Хорошо. Да, сейчас уголь надо брать, считает, тоже покупать. Ой, он вообще космос, да, стоит? Да, я не уточняла знаю еще. Даже. Надо брать обязательно, а как? Печка нормально там работает? Да, обалденно. Там хоть не паровое, как у меня там в доме. Угу. Просто печку затопил лишь и ни кляд, ни мят. Ну, да, и видишь, дом-то весь утепленный, и крыша, и полы, и стены, что тепло держит и мало угля уходит. Вот. Все равно уголь хороший, дорогой. Дорогой, ну а что сделаешь, брать-то надо, Люша. Конечно. Вот. Ой, я говорю, прям красота. Отлично. Угу. Ну да, здесь хорошо. Прям душой отдыхаешь. Павлушка! Гоняем. И вот там все надо, потеряли. Да? Там, на районе, вот. Друзья спрашивают. Где Паша? Где Паша? Ты когда что сказала? Паша? На съемках. Я говорю, Паша в гостях. Нет, я не стала говорить, что на съемках, а сказала, что гостит у добрых сердец у Алексея и Виктории. Мы тоже хотим, я тоже хочу, да я это. Там вся защита в очереди застала. И Павлушка актер будет. А так нормально. Первые два дня говорю, ночью спать ложишься. Не хватает. Я его пижаму положила на подушку. Вот так вот лягу. Не хватает, правда. Скучаешь? Да. Ну, Олес, без проблем. Приезжаю в любое время, как будто выходные. То есть, навещаю его. Мы всегда здесь. Да и ему здесь, Леша, лучше, что природа. И речка здесь, рядом, потише. Да. Надо, знаешь, что узнать этот... Прогулочные котельки сколько стоят? А, взрослые 3000, детские наполовину, где-то полторы, наверное. В общем, около 5000 надо, чтобы прокатиться. Пока нет возможности? Пока нету, вот, это зарплаты только лишь. Мы вчера ходили, с ним гуляли, он тоже говорит, хочу пароход. Я говорю, ну, давай подождем чуть-чуть, и все сразу. Надо так прокатить и каждый день где-то что-то в новом месте, кто-то новое видит, развивается потихоньку. Я говорю, я очень рада, что ты помог его в секцию. Да, секция бесплатная. Кстати, Ильяс, большой привет. Спасибо большое. Спасибо, Ильяс, большое. Да. Пусть тренируйте его хорошенько. Пусть станет чемпионом. Да. Я бокс. На тренировку. Нифига себе. Кстати, не переживала по этому поводу? Нет. Нормально. А я, ты знаешь, я так и думала, что он у меня на карате просился. Угу. Я говорю, нафиг это карате, говорю, давай такое, чтобы как дал. Один раз. Но. Скоростной, ну-ка переключай. А он на ходу же переключается. Ты переключил уже, Паш? Когда едешь, а он не сможет там сильно. Что там у тебя? Чего? Обжегся? Чего? Ну-ка. Это чем ты так? Сидушкой. Не-а. Слазил, да, вот сейчас? Все, надо сейчас скорую вызывать, Павлушка. Да какую скорую? Не надо. Вот это. Вот это я. Ну, аккуратно. Железочки. Аккуратненько, сынок. Послед. Спасибо, и все в левый глаз. Метит. Да, ты знаешь, это попадает постоянно. Глаз? Да, меня то ли Леша укусил кто-то, то ли что, я ничего понять не могу. Последний день я работала, третий, я встала, у меня тоже вот так. И вчера так же. Капли вот капаю, сегодня поменьше. А так больно же. Я утром вообще глаз не могла открыть. Боль. Ну, в общем, ты одобряешь. Одобряю. Секцию бокса. Да. Ну, правильно, я тоже так. Он один у меня защитник там. Ну, конечно.
Сам тренер говорит, удар у него сильный, надо только поработать над этим. Ну понятно, нет, ну, удар у него корявый, сильный, да. А удар сам по себе. А что, ничем же не занимался лишь? Угу. Сейчас будет ходить, уже будет по-другому. Да. Там режим, там воспитание, понимаешь, другое чуть-чуть будет давать ему. Но... приучит, что такое хорошо, что такое плохо. Да. Правильно? Да. У меня в этом году юбилей. Поздравляем тебя. И сколько тебе будет? 40. 40? Да. Время махом. Какого числа, скажи? 9 ноября. 9 ноября. Ну вот. День рождения. Ну и у Павлика скоро день рождения. Да, 26 августа. Он уже попросил наушники большие такие, но беспроводные. Телефон, чтобы к наушникам. Да. Конечно, устал. А сколько времени? Да, рано еще. Да, минут 20 прошло. Минут 20 прошло, да. Ну что, болит или что? Лейкопласт, где? Надо не лейкопласт. Есть, тихо, ты что кричишь? Лейкопласт-то не пойдет чем-нибудь? Да пойдет. Продезинфицировать бы. А он же бактерицидный. Да? Ну. Дай. На. Махом что-то полчаса пролетело. Да. Ну пойдем, велик сдадим, да, может, по мороженому еще купим. Мороженое будешь? Да. Ой, от воды прохлада какая-то. Вот тряхни. Да ничего. Мать моя. Ну что, получше накатался? Да. Деловой прямо. Я... Весь вспотел. Но. Ну что, пойдемте? Пойдемте. Вообще не захромал. А что ты сделал? А тут попкорн есть. Попкорн? Да. Не знаю, надо уточнять. Попкорн хочешь? Ну, а ты попкорн. Ты лимонад хочешь? Да. Мороженого не хочешь? Кого? Подожди. Нам положу сумку. Давай, Миша. Открыть. Сколько надо? 350 мне надо было насобирать. Что? Такими бедными глазами смотришь? Да. Потом прокатимся, да? На пароходе? Ну. Да, можно. Ты меня когда еще, Леша, поведешь на экскалаторе кататься? А когда хочешь? Когда захочешь. Как захочешь, так и пойдем. Да, Павлушка? Как я захочу. А, да, конечно. Эти. Павлушка, уже привыкнем. Взрослые памперсы куплю. Я это все смотрела, Леша. Смотрела? Там и смешно, и... конечно. Я там вот такая... А может, я и домой поеду? Когда? Сегодня можно. А завтра я на работу, ты один будешь? Давай я в воскресенье за тобой приеду, и ребятишки все будут во дворе. Ну да. В каком? Ну, у нас... твои друзья, ну. А что, Елена Павловна уедет? Тот дом переедет. Олеся, ну как ты? Прогулялись? Прекрасно. Ну, тут так красиво. Душевой отдыхаешь. Павлушка, ну что, давай тогда всем пока. Будем ролик закруглять. А
ты смотри в камеру. Всем пока. Всем пока. Золото мое. Паша, ты чего? Тихо. С девочками ругаться нельзя, а? И киси-миси! Киси-миси? А у меня хаги-ваги большой!